парке имени Степанова появился романтичный уголок для влюбленных парочек. Теперь здесь рядом с железными скульптурами установлена скамейка для молодоженов и дерево для замков. Автор всей этой красоты – художник по металлу Александр Волков. Лавочка выполнена из сантехнических материалов – труб, тройников, уголков, вентилей, рельеф древесной коры, шпингалетов, древесных навесок и ключей. Идея сделать нечто подобное в парке Александр Волков вынашивал давно и, наконец, смог осуществить свою мечту. Вся сложность была в чем? Надо было привязать и, во-первых, и дерево, и лавочку привязать к той территории, которая она есть, и уже к тем работам, которые уже там существуют. Потому что сделаю я просто какую-то другую, допустим, там форму или еще что-то, оно просто не вписывалось там или терялось бы как-нибудь. А здесь вот именно, что все в одном стиле сохранено, так что... Вот идея такая ко мне пришла, и я ее все-таки воплотил.